Новая серия. Задания стали еще более сложными, и посмотрим, справимся мы с ними. Сразу говорю, что ролик будет немножко тяжеловато смотреть, потому что задания реально стали тяжелее, но при этом еще интереснее. Посмотрим, сможем ли вообще эту игру пройти, дамы и господа. Спасибо, что оцениваете лайками. И да, у меня для вас хорошая новость, правда, не на этой платформе. Вы знаете сериал «Тори и Тони», который был выпущен вчера. Если нет, обязательно посмотрите, он есть на канале. И неудачные моменты, их тоже же нужно выкладывать, они очень смешные. Я буду их выкладывать, друзья, чтобы мозг не напрягался в ТикТок, поэтому в описании мой ТикТок сегодня будут уже, ну, 4 ролика точно залью из смешных моментов, короче. Поэтому подписывайтесь на ТикТок в описании, друзья, и я буду каждому благодарен, кто это залайкает, небось стрельнем, ведь в ТикТоке гораздо проще, а там, друзья, и до Америки недалеко. Я в роликах, когда у меня галстук. 3, 2, 1, пишем. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Томас. Создан бомба, игра конкретно есть. Со мной сегодня Джонни. А саламат сизбе, Джонни. Бичу камарджоба, рогору хара. Ай, Аллах! Помоги. Сегодня мы, друзья, играем в игру про бомбу. И как вы понимаете, дальше задание будет нереально. Дальше задание только еще сложнее. Следующее задание, которое называется, оно 3-2. Под названием «Что-то не так». Джонни, что-то не так сегодня с тобой. Ты что такой грустный? Что-то не так, блядь, что-то я не грустный, да. Все нормально тогда. Итак, Джонни, ты зашел на сайт? Да, я на сайте. На OnlyFans только, да? Не на... Подписывается. Джонни сегодня рассказал, что подписывается на баб. На платно, всех чтобы платно посмотреть их сиськи. Конечно же, я пока что таким бюджетом не обладаю, друзья, но в ближайшее время... Поэтому подсматриваю, Джонни. Поэтому Джонни меня дымит экран. Итак, Джонни, передо мной бомба. Время потикало. Короче, так, проволоки, давай, модуль, проволоки, быстро. Проволоки. Давай, быстренько. Проволоки, 5, давай, 5, сколько, 5, сколько 5, проволок? 5, 5, 5, 5. Если последний провод черный? Нет, это неправда. Если красный провод всего и только один? 2, дружище. Иначе черных проводов нет. Есть черные провода. Режь первый. Режу первый, и, дружище, это неправильно, как ты можешь понимать. Чё? Шучу, это была шутка. Так, главное сейчас запоминать с индикатором, понял? Я буду называть, на каком месте. Какой, какой, какой? Ну, вот эти цифры. Давай, 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 понял, давай. Дружище, цифра номер 3. Так, номер 3, на третьей позиции. На третьей позиции, что ты нажимаешь? Третья позиция 3. Три на третьей позиции. Понял. Нажал. Так, дальше. Далее. Далее. Да ну! У нас училка так-так говорила, когда... Ну, там по математике начиналось... А, время идет. Забыл. Промыл. Давай, давай, один, 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 один. Один. Нажмите кнопку за значение 4. За значение 4 нажал. Дальше. На какой позиции? Четвертая. Четвертая на четвертой позиции. Не. Четыре. 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 Нажмите кнопку со значением 4. Бля, свет погас. Четыре нажал. Дальше. Четвертая тоже на была позиция. На какой позиции? Четвертая тоже была позиция. Ты заебал, бля. Четвертая позиция. Чё горит? Два. Два, 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 два. Свет. Нажмите далее кнопку на первой позиции. На первой позиции это двойка. Первая позиция двойка. Далее. И так. Последняя. Последняя, последняя, последняя. Три. Три. Три на индикаторе. Три на индикаторе. Так, нажимаешь со значением 2. 2, нажал, все, мы сделали. Короче, смотри. Хорошо. Следующее, там, короче, проволоки. Слева 1, 2, 3, справа АБВ. Типа, понял, что это за хуйня? И там ох, ёб твой рот, блядь. Будильник, будильник, подожди. Где он, блядь, где? А, вот, нашел. Отложить, сучара, блядь. В школу попозже схожу. Так, не переходите к следующей панели, пока не будьте уверены, что перерезали. Перережьте провода. Появление 1, красных... 2, 3, АБВ. И две проволоки синие. Два с... Один соединен с А, а двойка соединена с В. Так, подожди. Появление провода. Первый какой провод цвет? Синий. Они все синие, они все синие. Все синие провода. Это так, да, значит. 1, 2, 3, там не другие провода, там другие провода, понял? Линии как будто синие, линии синие. Так, появление 1, 2, 3, синие... АБВ. АБВ, значит, да? Mm-hmm. Так, первый синий. Mm-hmm. Ну, цифра 1. Она быстрее подключена куда? На А, на А, я же сказал. А вторая на В. Так. Вторая на В. На В. Владимир. Второй режь, второй режь. Второй режь? Да-да-да. Перерезал. А третья к чему подключена? Ни к чему не подключена, ни к чему не подключена.
Так, дальше иди. А, там стрелочку вниз, да? Да, да. Следующее. 5 это В, 6 это В. Минуты 40. Цвета. Пятый на В это синий. Ноль. Шестой на В это черное. Там два провода. Пятый на В, так. И шестой что? Шестой тоже В. Они все к В. Так, синий. Синий, хорошо. Нет, неправильно, блядь. Да блядь, так я тебя спросил, а не говорю. Я думал, ты сказал резать. Ну, черный получается, да? Блядь. Все, мы подожди. Какой у тебя шестой? Шестой В, черный, блядь. Да, минута, брат. Черный. Он к В. Так, все, дальше. Дальше. Реш, черный. Все, я уже давно срезал. 8А. Да, 8А. Мне нужно. 8А, красный и черный. Два провода, красный и черный. 8К, 9К. Так, красный реж. Красный режет. Первый, восьмой. Неправильно. Так, неправильно. А что? 8А неправильно красный. Я режу черный, это правильно. Далее. Одна еще ошибка и нам пиздец. Короче, 30 секунд. 10В, 2 синих провода, 1 красный. 10К, 11К, 12К. Время истекает. Десятый какой провод? Синий. К, да? Да. К В. Нет. Дальше. 11-й КВ. Быстрее, 7 секунд. И 12-й красный. Быстрее. Похуй. Себе ничего второй, не режь. Второй. Бля, ебать это сложный модуль, охуеть. Надо было с нее начать. Давай заново попробуем слушать. Давай. Ты мне сразу говори, там, допустим, первый это красный КВ там и так далее. Я хочу. Короче, говори, первый, второй, третий, и там цвета мне говори, потом я тебе скажу. Хочу на OnlyFans за твой счет посидеть. А не хочешь на моем OnlyFans? Если что, подписочка платная. Я бы закинул бы рублей 100, как нищеброд ебаный, и сидел бы, смотрел. Ну, тогда фотку без бороды получил. А нет, знаешь, ты бы мне рукой сиськи прикрывал за 100 рублей, чтобы я не видел там интимные фотки. Так, давай заново, погнали. Давай сразу на этот модуль прыгай. Так, погнали. Так, все. Время. Так. Время пошло, брат. Короче. Давай сразу какие-то. Да. Один черный А. Один черный К. Что, я так. Черный, блядь? Осуждаю нахуй. Второй тоже режь. Черный К. И третий черный К. Там три проволоки. Кого? Первый черный. Так, режь. Смотри, первый, второй режь. Первый не надо. Хорошо, первый режу. Второй режу. Второй. Дальше. Все дальше мотай. Так, мотай себе на ус. Так, три проволоки. 4В синий, 5А черный и 6Б красный. 4В синий. Так, смотри. Дальше что еще? 5А это красный. Ой, черный. И 6Б это красный. 5А это черный. Да. И что? И 6 это красный. Б, быстрее, брат. Ничего, скип. Скип. Неправильно. Блять, ебать, у меня башка кипит. Сука, я сам в ахуе, братан, что там? Охуеть. Ну мы можем успеть. Давай быстрее, брат. Что еще? Черный, синий, В, 5, черный А и 6, красный Б. Черный реж. Черный режу. Правильно. Дальше. Дальше не резай, да, больше ничего? Не, что еще? 6 красный Б. 6 красный Б. Дальше. Еще что есть? Ну и 4 В синий. Короче, красный, попробуй резануть. Попробовал, ошибка. Блядь! Джокер, по-моему, выиграл нас. Джонни, Джокер выиграл нас. Обыграл. Обыграл нас с тобой, Джокер. Короче, рассказываю тебе, знаешь, что мне нужно запоминать? Чё? Мне нужно запоминать, сколько у тебя красных ты видел, сколько ты черных видел, сколько ты синих видел. И в зависимости от того, сколько ты цветов уже видел, в голове держать и говорить тебе, блядь. Ты записывай, записывай где-то, ты чё? Да записывай нахуй. Меня на лоб дали, себе как... запиши. Мне куда а голову ты дома не запиши. Забыл? Почему вот Петрова успевает все делать, а ты нет? Так, ладно, давай еще раз. 4 синий В. Ну тут либо. Это же с самого начала? Нет, просто 4В, просто 4В, 4В стал синий. Резать мне его или нет? Наверное. Да похуй резани.
Нет, давай не будем. Нет, и правильно. 7, 1 провод, 9В. Бля, пизда нам, походу. 1 провод, 9В. Да. Какой цвет? Черный. Black. 9В. Да. Режь! Это взрыв. Сори, хорош. С интуицией у тебя проблем нет, я так понимаю, братан. Нам, так, нам по-любому это придется делать, слышь? По-любому. Я понимаю. Сейчас я подумаю, подожди. Появление проводов суммируется между всеми панелями в рамках одного модуля. Подожди, появление проводов суммируется. А, ну все, тогда вообще изи, ёбаный рот. А голову я... ты... Колбая, ты голову не забыл дома, блядь. Чтобы так, завтра у меня с матерью... Рот, еб... С матерью в моем кабинете. Вот так твой брат, нахуй. Поехали. Давай ролик. Сейчас я на изи размотаю. Давай так ролик назову. Джонни, а голову ты дома не забыл? Слышь? Реально охуенно. Джонни, а голову ты дома не забыл? Все, поехали. Работаем. Сразу. Сходу. Работает Немо! Поехали, брат. Опять эти, да? Давай. Да, поехали. 10. Б, короче, две черных, одна красная. 10, ой, 10 хотел сказать. 1 на Б это черная, 2 на А это красная, и 3 на В это черная, брат. Так, 1 на Б режь. 1 на Б режу, да. Второй, что у тебя еще быстрее? Красный, второй А, скажем. Второй А, быстрее давай, второй А. Работаем. Второй, нет. Не, режу, третий В черная. Третий В черная. Нет. Нет, хорошо. Не, ошибка. Я его маму ебал, бля! Бля, это пиздец, братан. Это пиздец. Охуеть! Как это проходит? Дай перезапусти бомбу ебаную, я сейчас разъебу, отвечаю. Перезапускай, думаешь? Да, я сейчас разъебу, отвечаю. Как тут? Я понял, что надо. Как перезапускать? Эскейп и так. Как это было просто. Вернуться в офис, да? Все, угу. Окей. Джонни что-то... Я впервые вижу, что Джонни потерял скилл в этой игре. Первый раз, да когда... Да ты ебанутый, нахуй, ты вообще, блядь, ничего мне бы тут не сказал, нахуй. Это возможно, но... Он не фан знает. А я и знаю, что я на порнушку дрочу, понимаешь? То есть, блядь, на меня надежды не возлагают, как на тебя, Джонни. Так что давай, не передразнивай меня, а включай мозги. Поехали, я готов. Пока с матерью. Мозги вправлю. На совещании тебя не видел. Давай без этого. Так, поехали. Джонни сегодня все. Потеря, блядь, я сейчас отвечаю про... Давай. Все, блядь, чекай. Давай сразу туда, лети нахуй. Голову не забывай, самое главное, дому. Поехали. Давай. 1А синяя, 2А черная, 3Б черная. Так, значит, смотри. Синий у тебя куда? К. Один проволока. Одна синяя, два черных. Один А, да, синяя. Первая синяя. Не режем, черный что у тебя? Второй А черный тоже. Кто же К, вторая черная. Так, режь. Зарезал. И третий к Б идет. Третий к Б. Не режь. Не режу. Давай, дальше идет, да? Правильно. Джонни, молодец. 4 на Б. 4 на Б. Мне говори сразу цвета и все. Понял. Черное и красное. Черное и красное. Да. Так, смотри, у тебя. Подожди, у тебя черный куда сейчас? К Б. Черный к Б. Режь. Порезал. И 6 тоже. Красный? К Б. Красный, да. 6 к Б. Красный не режь. Не режу. Далее. Угу. Два черных провода. 7 к Б и 8 к В. Так, 7. Сейчас. Джонни! Значит, Джонни! Это получается. Подожди. Первый провод куда у тебя? К Б. Семерка. К Б получается. Это у нас четвертый. Нет. А другой? 8 к В. Черный. Так, В. Не режь. Идем дальше, значит. Давай. Правильно, Джонни. И последняя. Молодец. Джонни, возвращайся. Камбэк, Джонни. 10 синяя А. 10 синяя А. 12 К. Только синяя есть? Да, 10 синяя. 10 синяя. Синяя и красная. 10 синяя К. 12 красная К А тоже.
Подожди. 10 синяя, так, синяя К, это получается реж. 10 синяя К резать, да. Правильно. Так, да. А красная? Красная тоже К. Давай, братан, 2-3 минуты. К. Нет, не режь. Не режу, все. И дальше. Да, правильно, Джонни, молодец! Все. Один. Однерка осталась. Я понял. Однерка осталась. Что, что однерка? Однерка, индикатор. Один. Один индикатор. Ты понял? Так, один. На второй позиции нажимай. Вторая, это двойка. Вторая позиция 2. Вторая позиция 2. Слышишь? Дальше. Сейчас цифра выйдет. Один тоже, один. Со значением 4. Нашел. Дальше. Это третья позиция была. Третья позиция. Я! Все. Один. Дальше. Однерка. С тем же значением, что вы нажали на втором этапе. На втором этапе мы со значением 4 нажали. Да, это тоже четверка, и она тоже на втором этапе. То есть, получается, четверка. Подожди, ты сейчас на какой позиции нажал? Второе значение 4, правильно, да? Второе значение 4. На позиции второй значение? Да. Вторая позиция. Все, 4, да. Да, быстрее. Быстрее. 2 минуты остается, Джонни. Четверка. Что и на втором этапе мы нажали на позиции, а на позиции мы 3 нажали. 3, хорошо. Идем дальше. Это было 3 на 3 на третьей позиции. 3 на третьей позиции. Дальше. Двойка, Джонни. С тем же значением, что вы нажали на втором этапе, 4 нажимай. Значение. Значение 4, все. Отлично, сделано. И последние проволоки. Их, братан. 1, 2, 3. 6 проволок, быстрее. Мотай. Мотай на ус. Желтых проводов нет? Желтых нет. А последняя цифра серийного номера четная? Серийного номера 4. Это четная. Да. Так, желтый провод всего. Нет, желтых проводов. Красный провод есть? Сейчас. Три. Четвертый. Четвертый резай, да? Угу. Фу, блядь, с богом. Да! О, бля, ебать, это тяжелая хуйня. Ебать, брат, друзья, смотри, чтобы я тебе с этими, с проводами, короче, нарисовать, я в пейнте рисовал, блядь. Серьезно, блядь? Да, я в пейнте рисовал. Покажи, я сейчас в дискорд, я в чат кину. Я пацанам покажу, в ролике, хорошо, сейчас? Блядь, это, ебать, Джонни, запарился, такую хуету отморозил. Колбая! Вот это я рисовал! Так вот уж и быть! Троечка с плюсом! Ну, я думаю, ура! На этом можно закончить, да? Я 3, все, сразу. Да, пиздец. Друзья, спасибо вам за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал мой, на канал Джонни, на наши, собственно, каналы. И да, смотрите наши тиктоки, друзья. Всем пока и до свидания.